Засада! Засада! Смотри, сколько одноногих джеков! Бекст! 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 Он там! Быстрее туда! Приветищи! Мы с тобой находимся на каком-то необитаемом острове. Ну, как это обычно бывает, там вон упавшие метеориты. И вообще говорят, что здесь ходят динозавры. И у меня, кстати, на пупке привязано... Уже стали на пупок привязывать вот такой вот контейнер. И, кстати, да, у нас есть еще крутой мачете. Мы же все-таки в джунглях. Нужно здесь пробираться сквозь тернистые пути. И все дела и лабуда. О, ты нифига себе, посмотри, пацан, какой крутой мачете лупит камень. Да ты ж мачете свой затупишь. Так, вот это наша база. У нас здесь есть воздушный шар. Сюда мы стаскиваем все баблишко, все золотишко, все, что мы здесь найдем. Вообще, мы здесь ищем кости динозавров, а может быть и живых динозавров, и другие виды животных. Видишь, я еще вообще никого здесь не нашел, даже краба не нашел ни одного. У нас также здесь есть небольшие магазинчики. Допустим, здесь мы можем купить кирку. Целых две кирки! Вот это богатище, да? Богатый магазин. Две кирки, вот и все, вот и весь выбор. Можно прикупить сумочку. Сумочка у нас тут... Выбор, конечно, тоже невелик, всего три сумочки. Вот, ну и есть главный квестовик. Вот такой вот квестарь. Он запуганный, зашуганный, непонятно, что с ним. Давай попробуем взять у него квест. Да блин, я не хочу суммарь, я хочу квест взять. Дружище, здорово. Хай тебе. Ты новенький, да? Ты новый искатель приключений? Ого, да ты прям Ванга, однако. Ну что ж, тогда начинай рубить маленькие деревья. Они дадут тебе немного ресурсов. Ты настоящий друг. Так, женщина, уйди от меня. Что это за факел у тебя там торчит? О, где ты факел раздобыла? Надо будет у нее потом взять. Если хочешь немного подзаработать, то принеси мне 5 небольших деревьев, и я дам тебе 500 голды. Хорошо, Туту. Все, все, давай, пока. Теперь наконец-то мы можем пойти вольно здесь пошариться, побегать и принести ему 5 маленьких деревяшек. Но прежде, мы с тобой введем код. Вот такой вот код, запоминай его и вводи у себя тоже. Это на 30 минут увеличивает получение голды и ресурсов. Жмем. Ага, вроде сработал. И еще мы можем получить 500 голды, если введем такой код. 2К18, вот такой вот. Опачки, 500 голды, действительно. Все работает, вот таких два кода есть, так что вводи, не стесняйся, пользуйся. Доставим свое мачете и давай рубить деревяху. Рубим деревяху. О, вроде что-то получается, слушай. О, контейнер забит. Ладно, пойдем все это сейчас продадим вон туда, в наш замечательный воздушный шар. Шарик. Забери мои деревяхи, дал мне 50 голды. Неплохо, not bad, как говорится. Продолжаем рубить наши маленькие деревяшки. Точнее, деревья. Маленькими их, конечно, сложновато назвать, но ничего. О, смотри-ка, как мы тут все разрубили. Так, одно срубили, это хорошо. О-о-о-о-о, тихо, магия какая-то произошла, она куда-то исчезла. Я себя ощущаю лесорубом. Слушай, только вместо топора у меня здесь этот... Мачете! Мачете! Я суровый мачетес! Спасибо за галдень. Я суровый мачетес! Парчетес, мачетесмен! Да-да-да, подожди, мне камень не нужен, мне нужна деревяшка. Вот, рубим дерево. Еще одно дерево срублено! Блин, дал мне по башке. О, смотри, что это там такое? Там. Это животное, смотри-ка. Так, включаем нитро. Сейчас я поймаю его. Сейчас. Эй, лемур. Это, по-моему, лемур. А нет, это не лемур. Хватай его. Есть. Кто это такой? Давай посмотрим, кто это такой. Да фиг его пойми, кто это такой. За то, что я его нашел, мне дали 50 голды. Но это ж неплохо, да? Сундук нашел. Сундук. Надо его раскопать. Давай раскапаем. Нифига себе. Я что-то слышал. Ой, начал копать сундук, тут появились скелеты, и они сейчас на меня нападут, и посмотри, сколько их много. Опасное дело. Получай, вот так вот. Ой, как они больно бьют-то. Защищают свои сокровища. Надо с ними поаккуратнее здесь быть. Нети. Отстань от меня. Мадам, не бей сундук, сейчас скелет понавылазит. Хотя вроде бы я всех отбил. Отбил, отметелил. Hello, darkness, my old friend. Ну вот она мое сокровище разломала. Блин. Кстати, я забыл совсем посмотреть, что тут за мачете есть. Ага. На выбор у нас с тобой здесь даже несколько мачет есть. Круто. Надо разориться как-нибудь и купить самый дорогущий.
«Эй, тута» или «тату», «набей себе тату на эту и на ту». «Эй, эй, наконец-то продал все это дело, барахлище». «Так, тату» или «тату», «тоту», блин, не могу сказать, «туто», «о, туто тебя зовут». «Я выполнил, я срубил 5 деревьев, давай мои деньги». «Гни мне мои бабочки». «Чё, всё, что ли?» «Мы просто с ним мило побеседовали». «А, нет, он мне дал денег. Спасибо, спасибо». «И всё. Это был единственный квест, который я здесь мог выполнить. Пойдём-ка пробежимся здесь по этому островку. Может быть, найдём кого-нибудь ещё? Какие-нибудь интересные виды животных? Или что это такое там? Это база отдыха, что ли?» «Ммм, надо бы туда сплавать. Разобраться. Дайвинг... Ферри, что это такое? Ну-ка, пойдем поплаваем. Ребята! Эй, чуваки! Да ладно, чтобы заняться дайвингом, здесь тоже нужно всего-всего покупать. Так, вроде бы я приплыл. Поднялись, огонь. Ребят, здорово! Оу, как меня выкинуло, что это такое было-то? Кажется, я тону. Ребята, я иду ко дну, я не могу шевелиться. Мой кирпич, который привязан к моему пупку, утащил меня до днища. Господи, о, все, наконец-то. Я очухался. Ребята, что происходит? А, чтобы заняться дайвингом, нужен один ребут. А у меня никакого нету ребута. Значит, мы потом вернемся сюда. А пока возвращаемся на остров. А что будет, если я тебя мачете вот так вот? Бабах! О! Я с лемуров могу добывать какие-то ресурсы? Ничего ж себе. Наверное, это была шкура. В общем, я здесь все оббегал вдоль и поперек, поэтому предлагайте перейти вот через этот мостик на другой остров и посмотреть, что у нас спрятано там. Наверняка я сейчас здесь встречу каких-нибудь новых животных, сокровища. О, уже вижу. Смотри, это что, кенгуру, что ли? Кенгуру, кенгуру. Ну-ка, побежали за ним. Эй, кенгуру. Подожди, это же кролик. Ушан, стой. Крольчиха, подожди, не убегай от меня. Какой шустрый. Дай-ка я тебя соберу в свою коллекцию. Да блин. А ну стой. Я тебе уши оторву, если ты не остановишься. О, спасибо. Испугался меня. Так, это у нас кролик-ушан. Вот он у нас открылся, давай заберем денежку с этого. Огонь. Что у нас здесь еще есть за животные? Какая разновидность? Интересно, здесь есть где-нибудь квесты? А то без квестов совсем скучно бегать по островам. Воу-воу-воу, стопэ, ребята! Эй-эй, я нашел здесь новую делегацию, точнее, новый лагерь. Интересно, что у нас здесь в этом лагере продается? О, походу здесь можно купить... Нифига себе, вот этот метеорит. Наверное, здесь можно купить уже факел, по-любому. Какие кирки, какие тесаки, смотри, какие мачете огненные, светящиеся. Нифига себе, а где факел можно прикупить? Дайте факел. Сумки какие крутые, боже ж ты мой. Надо на чекпоинт встать, есть, я его активировал. Так, а вот и бензопила, смотри, какая классная бензуха. Эх, интересно, сколько она стоит? Давай глянем, сколько бензопила стоит. Бензопила у нас стоит... Да где же бензопила? 4500 голды. О, мне на нее до пенсии копить надо будет. Эй, Explorer Jones. Explorer Jones со мной заговорил. Он мне, наверное, хочет факел дать. Ты готов погрузиться в приключения? Конечно, я всегда готов. Я обожаю приключения, особенно где куча красных кнопок. Тогда тебе предстоит изучить новый мир. Я готов, готов. Что-то он мне ничего не дал. Видимо, я еще не готов. Я еще сопля. Сопля зеленая, поэтому что делать-то, ё-моё? Да вообще в топку этот факел. Здесь главное написано, куда мне идти, чтобы до пещеры дойти, где скелетов найти. Так что пойдем-ка сами найдем эту пещеру сейчас. Так, пещера, где ты? Сейчас найдем ее сами. О, бежал, искал пещеру и нашел. Что это, часовня, что ли? Или это вход в пещеру? Хм. Да, походу, это часовня. Что это у нас здесь? Туда можно спрыгнуть. Ну-ка, давай спрыгнем. А, опа! Здрасте! Не ждали, а я пришел. Что у нас здесь есть? Блин, а где факел достать, а? Факеловского конкретно не хватает. Что это такое? Подожди, что это такое? Я нажал, и кажется, зря я это нажал. Ах, мамочки! Здесь скелеты есть! Так, драться придется с ними. А ну пошли вон от меня. Варьеры, скелетаторы. Так, хоть с них деньги валятся. Это преимущество. Так, бежим дальше. Бежим. Пофигу, вообще без факела разберусь. О, смотри, кажется, там сундук. Круто, и скелеты вылазят.
Ёкарный. Получай, получай. Джек одноногий, ноги наги. Наги ноги. Вот так. Ой, главное, чтоб меня тут самого не покалечили, не сделали одноногим Джеком. Джек, вырубей. Кто на меня нарвется, тот от кехи получит в глаз. Так, все, я всех сразил. Здесь есть сундучок, давай сундук этот сломаем. Блин, пока ломал. Скелеты появились. Вот так вот их нафиг, этих скелетоторов. Ты чё, мне показалось, или скелеты восстановились? Боже мой, как здесь страшно. Давай быстрее ломайся, сундук. Так, есть один сундук сломал, есть еще один. Здесь по-любому его охраняют тоже скелеты. Сейчас вылезут где-нибудь. Ага, я же знал, что они вылезут. Все, сундук сломал. Блин, не сломал. Ну, все, сломал. Бежим отсюда, бежим скорее. Нафиг этих скелетонов. Пускай за мной побегают немножечко. Я хоть и... Воу-воу-воу, кажется, их здесь много. Ладно, придется драться. Получай. Засада! Засада, смотри, сколько одноногих джеков. Хотя, по-моему, ни одного нет одноногого. Это меня глючит. Так, ай-яй-яй, больно, больно, больно. Ребят, давайте я вот так вот сверху. А вы по одному со мной тут на один выходите. Ай-яй-яй-яй. Жизик мало, жизик мало. Но я вроде бы со всеми расправился. Вот еще с пиратом осталось. Пиратище, не подходи ко мне, а то больно сделаю. Или ты мне больно сделаешь. Ну же. А-а-а! Вдвоем он меня, я его. Ну вот. Раскидалось мое тело рядом с его костями.